О-о-о! Вот это пузыри! Смотри, какой огромный полетел вообще! Скажите пароль. Канал Николь! Привет! Друзья, всем привет! Сегодня у нас наконец-то солнечный денек. На улице уже тепло. Правда, единственное, еще сегодня ветер. И мы уже наконец-то вышли побегать по травке. У нас давно были запасены мыльные пузыри. И еще один я сейчас принесу. Ты пошла за мыльными пузырями? Я еще принес. Я взял много мыльных пузырей. Там будет еще много, не переживай. Алиска, давай, давай, у тебя получится. Алиска не может калитку открыть. Давай. Ну же. Капочка снизу пролезет. Сегодня мы, в общем, будем дурачиться и играть с мыльными пузырями на улице. Мы накупили тут всяких прикольных мыльных пузырей. Сейчас я вам покажу, каких. Смотрите, это все мыльные пузыри от Месси, кто знает такого футболиста. Это мяч, это машина, которая делает мыльные пузыри. А это у нас просто здесь такая мисочка и специальная надувалка. Вот еще одни, да? Давай, ставь их. Смотри, я уже дула. Вот, молодец. И здесь... Есть специальный носок такой идет. Вообще, этот носок надо одевать на ногу. И кто больше наловит пузырей. На этом носке пузыри не лопаются, представляете? Они просто лежат на нем и все. А мы их будем одевать на руку. Ну, потому что это удобно, как перчатку. Будем пытаться поймать все мыльные пузыри. Вот эта штука выпускает очень много мыльных пузырей. Еще у нас здесь специальные мыльные пузыри, которые не лопаются. Их можно просто собирать в руку. Видела, Алиса? А Николька уже убежала. Там к нам залетел соседский мячик от наших соседей. Правда, мы не знаем от каких. А Николь уже пошла играть. Все, побежали играть. Сейчас я, в общем, буду распаковывать все это дело. И будем запускать пузыри. А Николь и Алиса будут пока играть. Смотрите, Николь на велосипеде приехала. Хочешь попробовать все-таки съехать? Ну, хочешь попробовать? Николь решила все-таки прокатиться сама вниз по склону. Здесь такой достаточно крутой склон. Я ее только что придерживал, она, в принципе, нормально съехала. Надеюсь, будет все в порядке. Давай, давай, зайка. Мачина! Круто! Блин, у тебя получилось! Ты молодец! Слушай, я, честно говоря, переживал, думал, Николь может плюхнуться. Но ты молодец, вот там надо закатываться, зайка, там горка поменьше. Ты можешь прямо на велосипед садиться и там заехать. Давай, мыльный пузырик. Вау! Круто, мыльные пузыри, ох, их сейчас тут будет сколько. Сейчас мы аппарат подготовим с мыльными пузырями, будет вообще очень круто. Давай сейчас сначала распакуем аппарат, запустим его. Мы распаковали наш мяч, аппарат такой классный получился, да, смотрите, как он работает. Сейчас мы нальем его мыльные пузыри и попробуем. И вот эта штучка, еще миска, тоже ее сейчас попробуем. Давайте. Давайте сначала. Так, аккуратно, смотри, сейчас, чтобы все не завалилось. Давай сначала вот это попробуем. Давай. Пусть автоматически поделает. Так, заливаем наши мыльные пузыри. Я так предполагаю, что сейчас они будут очень круто улетать. Давай, нажимай и попробуй. Давай, Алиса. Давай. Сейчас он дойдет, потом он улетит. Эй. У нас уже был один аппарат, да? С мыльными пузырями. Нет. Да нет, вроде. Да, оп, бульк и ничего. Бульк. А почему он так резко так? А чтоб остатки вылетели, наверное. Так, ну давай же надуй нам пузырь классный. А что он много сразу не убивает? Один, один. Но это под один пузырь, чтобы его ловить потом ногой. Это же специальная игра такая. О! Бум. А если хлопнул своей рукой? Дайте ему улететь. Так, ну, аппарат же, надуй нам. Но это, я так понял, это все-таки для дома аппарат. Видишь, когда ветер, пузыри сразу сдуваются моментально. Подожди. Еее, наконец-то! Смотри, они прям сели сверху. Ой, лопнули. Так, ну давай, давай будем пробовать вот эту. Николь, ты надуешь? Давай, я тебе наливаю. Да пусть работает, пусть запускает пузыри.
Давай. О! Олег, куда? А, Николь, у тебя круто получается. Смотрите, какие пузырямбы. Алиска, ты поймала хоть один? Еще? Они сразу разлетаются во все стороны. Улетел. Вот это ветер, он их моментально уносит. Пузыри, я его вижу, он далеко уже улетел туда. А ну, Николь, давай. Давай еще. Вот это я чувствую, если бы мы дома делали, все было бы у нас в этих мыльных пузырях. Давай в эту сторону. А ты в эту сторону развернись просто. Да, вот так вот. И надувай. О! Птица насакала. Да? Где? Что там произошло, Алиска? Ой-ой-ой. Вот это да. Бежим быстрей. Пузыри. Лови их, лови, Алиска. Николь мастер по запусканию пузырей. Так, сейчас Алиска надувает, а Николь будет ловить пузыри. Давай. Ветер сдувает прям сильно. Что такое, в лицо попало? Да. Носки одеваем на руки. Смотри, Алиска носки одела на руки. Как варежки получились. Не лопаются? Да? Я сейчас принесу одну штуку для делания больших здоровенных пузырей. Попробуем тоже надуть. Если что, я смотрю Патимейкер. И время и стекло. Это правда, это не шутка. Я время и стекло обожаю. Наши котята открыли глазки. У нас еще вот такая штука есть. Очень прикольная. Это для запуска больших пузырей. Сейчас попробуем сделать. Давай, Алиска. Давай. Ну, Для следующего фокуса нам нужна вот такая миска. Пузыри сами. Давай, ставим. Николь показывает супер фокус. Давай. Давай, хорошенько так надо вымочить веревку. Давай, давай, давай. Вот, молодец. Давай еще. Ну, пум. Давай еще раз делай. Не, он так не будет, еще раз делай. Уже пузырь исчез, видела? Вот, о, опять делай. О-хо-хо! Вот это пузыри! Смотри, какой огромный полетел вообще! Круто! Вот это, Николь, ты чемпион! Ты пузыриный чемпион! Давай! Круто! Давай, теперь Алиска. Давай, Алиска, чик-чик-пых. Как макароны. Тяни на себя, на себя. Во-о-о! Алиса, слушай, это самый большой в мире пузырь. Еще один. Еще один. Лянь, какие они. Николь, где ты научилась этому? Для Алиски вообще счастье и радость просто. Так, кто поймает пузырь? Я. Давай. Ой, прям на меня шел. Так, это Николь, короче, научилась, как-то у нас было видео, где мы там приглашали фею мыльных пузырей. Вон летит, летит! Это ведьма. Ведьмочка, да, ведьмочка. Добрая ведьмочка была. У нас там было такое видео, которое набрало много миллионов просмотров. Там 5 миллионов, наверное, на нем. Чем прикольно. Мы там делали мыльные пузыри всякие. Вау, Николь, ну ты вообще, ты с каждым разом круче и круче делаешь. Давай еще, жги. Каша, каша, давай, Алиска, сейчас сама. Скутываешь и бежишь. Беги. Все. Давай. Давай, оп, опускай опять. Подымай, подымай, медленно раскрывай их. Медленно, во. Все, Вульк. Ты меня будешь. Давай, сейчас тебя, в общем, Николь сделает. Мастер по пузырям.
пузырям. Чемпион мира по пузырям Николь. Меня... Приглашайте Николь домой, она будет пузыри для вас делать. Сделай чемпионский пузырь. Ух ты ж! Смотри, сколько маленьких наделала. Это наш, знаете? Что? Алиска, тебе нравятся маленькие пузыри? Вау, круто! Слушай, ну я тоже хочу попробовать, дай мне. Полетел! Круто, вообще прикольно. Прикольно. Что-то с маленькими у нас не заладилось пузырями, вот большие вообще очень прикольно получаются. У нас, кстати, эти пузыри, они очень давно уже лежат, ждут своего часа, но было холодно, зима, пускать их не получалось. А сейчас вообще... А вам, друзья, нравится пускать мыльные пузыри? Если да, обязательно ставьте лайки этому видео и плюсики в комментариях. Кто любит мыльные пузыри? Я люблю мыльные пузыри. Я тоже. Ля, змея вообще целая была. Ох, ветер сегодня какой. Ну, правда, ветер не очень холодный, уже тепло, солнышко вышло, уже потеплее. Я предлагаю как-нибудь попробовать достать наши автомобили и покататься здесь по огороду. Ну, а по огороду это вообще будет круто. Нет, тут по горкам. Это. А, у нас же есть еще вот эти пузыри, точно. Так, сейчас мы, короче, откроем еще вот эти пузыри, которые не лопаются. А ну-ка, лопаются. Лопаются? Да. Обманули, все лопается. А мы-то думали, не будет совсем лопаться, а оно лопается. Вау, сколько их летит. Смотрите. Видела? Ну да, все лопается. Ой, только потом прилипает. Круто! И прям на волосы тебе. Это клей какой-то, слушай. Это вообще не мыло, а какой-то как клей прям. Кошмар. Друзья, это, в общем, какой-то клей получается. Мы его, когда пускаем, они не лопаются. Ну, точнее, когда они лопаются, не исчезают, как мыло. Я вам сейчас покажу, во что они превращаются. Смотрите. Смотрите, как я сейчас... Вот такая пленка. Вот, видно? Прям как будто клей. Давай, пробуй. Вау, круто. Видите, тут они везде. Вот они поналипали, получается. Вот как пузырь. Прям как клей тянется. Слушайте, фу, какая гадость. Это какой-то клей. Смотри, они вон, они везде. Видишь, как пузыри? Сказали, не лопаются. Ну, так они высыхают, поняла? То есть, если делать это дома, они просто высыхают такими какими-то... Да, каракульками. Так, ну что, вам еще налить мыльного раствора? Нет. Нет, все? Да. Пойдем кататься на площадку? Да. Ну что, тогда прощайтесь с нашими зрителями и побежали. Мы пошли кататься на велосипедах. Алиса, ты идешь с нами на самокате? Будешь кататься? А на машинках? На машинках тоже. Ждите в следующем видео. В общем, мы будем кататься на машинках по нашему поселку. Ждешь новых видео? Тогда подписывайся на канал Николь Crazy Family. И ты точно тогда ничего не пропустишь. И ставь лайки. И? Скажите пароль. До завтра, Николь. Пока. Пока. И еще рекомендую зайти и подписаться на другие наши каналы. Канал моей бабушки. Канал моих родителей. Канал с мультиками. Еще посмотри мои видео.